спросите, какого хрена я делаю в канун Рождества? Просто дело в том, что сегодня утром я проснулся, мне показалось, что, блин, в нашей кровати завелись клопы. Я либо параноик, ну просто сыпь, сейчас я вам покажу. Сыпь у меня сегодня опять выскочила. Три прыщечка. Эти три прыщечка, блин, очень похожи на укусы. Но клопы единственное кусают не так локально, да, а кусают дорожкой. Вот, смотрите, вот здесь вот. Это вот старые два укуса, я их расчесала, просто хотела посмотреть, как пройдет. Вот здесь вот он уже проходит практически. Вот здесь вот новый. Блин, темно как-то. Все никак не рассветет. Время 9 утра. За окном вроде светло. Я ждала, что... Ну, ярче будет свет, потому что в этой комнате у нас нет верхнего освещения, у нас только ночник. И я ходила с фонариком с 8 утра, пылесосила, стирала все вот это, потому что не должны приехать гости. Реально, у меня истерика, ребят. У меня аж трясутся руки, потому что я понимаю, что это за жопа, клопы. У меня это было, когда я жила в Петербурге, в коммуналке, снимала комнату в центре Петербурга, старый фонд. И несмотря на то, что ну, там все приличные соседи были, все киношники, в какой-то момент у нас появились клопы. Но там старые полы, там старый фонд, это центр Петербурга, там нет новых домов, да. Там они могли приползти, это деревянные дома еще революционные, им там по 300 лет, они могли приползти откуда угодно. Здесь, блин, даже обоев нету. Только плинтуса я перерыла, у меня трясется голос, я извиняюсь, но это, блин, пипец. Я просто помню, как мы тогда боролись, они, да, исчезли. Какие-то мелком Машенька, блин, вокруг своего матраса. У меня был киевский толстый матрас, и я, ну, там примерно такой же высоты, но на полу стоял, мне это было комфортно на тот момент. Вокруг матраса обводила. Они как пришли, так и ушли в какой-то момент. Но мою соседку они кусали просто пипец, как у нее. Вот реально дорожками было. Здесь же они вот больше похожи на блошиные укусы, но вопрос в том, что... Это вот я утром проснулась, у меня опять... Артур говорит, что это просто раздражение после Сейшелы. Я читала, что да, там бывает такое, что сыпь, аллергия на вот этих гусениц, которые там на пляже, что в течение 2 недель проходит. Но у меня сегодня появились 3 новых укуса. Их не было. Их не было до этого. В общем, планировала, что сегодня встану, сделаю массаж лица, приведу себя в порядок, помою полы, погуляю с ребенком и буду готовиться к встрече гостей. Готовлюсь, блин. Я в итоге перестирала всю постель. У меня сейчас там вот 3-я партия. Сушится еще верхний чехол сюда. И потом нужно будет сушить всю постель. Короче, геморроя на весь день, мне кажется. Еще пропылесосила все щели, все, ну там кроме мертвых пауков и дрозофил, и вот этих вот серебрянок, которых у нас морили весной. С весны мы, собственно, не отодвигали кровать, я никого не обнаружила. И они вдоль плинтуса, как раз где вот было вот этот вот... Но я не обнаружила, я обнаружила только мертвые пауки, не обнаружила... Как рассказывают вот эти панцири, я не обнаружила никаких яиц, ничего. Я прошла по всем швам, все просмотрела с фонариком, прям, чтобы разобрала всю кровать, безумно тяжелую, все части, все нормально. Маша пишет. Ай, короче, сейчас я ей отвечу. Все, закончила драить, постель высохла. Сейчас Луиса уложите себе в порядок привести. Осталось совсем чуть-чуть до приезда Маши. Как мне нравится, когда чисто в квартире. Блин, как это кайфово. Это чистые полы. Чистая детская комната. Чистая постель. Правда, у меня не высохло. Это единственное. Чехол для нижней.
Я смотрю, сегодня все убирается, все таскают мусор, картон, еще что-то на улице. Не я одна такая. Друзья, к празднованию готова. Единственное, не могу дозвониться до Артура. Еще нужно переодеться. Не могу дозвониться, достучаться до Артура. Что-то он меня подевался. Вот. Сейчас буду звонить, узнавать, где он, что он, то, что он должен забрать фондю. Он должен быть пасты забрать и успеть приехать домой еще сюда. Так что думаю, что все успеет. Как спит пока. Поэтому я наслаждаюсь немножечко тишиной. Старчик опять куда-то убежал. Спросила, куда. Ушел и не вернулся. Я думала, он просто машину разгружает. Он, походу, опять куда-то уехал. Толком даже не ответил. Ничего. Так, ладно. Ему тут принесли подарок на работе. Дали Мишка шоколад. Тут я не знаю, что это такое. Какие-то печеньки. Так. Я сейчас нарежу. Хлебушек наломаю. Артур купил панеттоне. Я поставила уже вариться. Музыкант мой идет. Та-дам! Лойку нарядили мы. Красотушку нашу. Пойдем играть? Пойдем. И палочками, да? Ну пойдем, давай вместе. Пошли? Давай, сыграем что-нибудь. Давай, я на этом, ты на бубнах. Оп. Так, сейчас сядем. Опа. Ой. Тут тоже гирлянды горят. Ну, куда ты делся? Давай играть. Твои, наверное, тоже. Потому что мне тоже проведали. Луис, ну ты обратно меня сорвала. Что ты успел? Гостей. Луис, пойдем встречать. Да, Луис, пойдем встречать гостей. Уже по домам, у всех из окон доносятся ароматы вкусные. У нас будет фондю доноситься. Вот, но мы решили, что мы сначала сядем аперитив, антипасты поедим, то, что Артур принес от итальянца. Потому что это все так безумно вкусно пахнет, уже все голодные. Вот, а потом выпьем шампанского, потом уже начнем готовить фондю за разговорами, за общение, музыкой. Вот. Так что бежим сейчас на вокзал встречать. Слава богу, дождик не идет, а то я боялась, сейчас всю голову намочу. Все. Ну что, мы уже на вокзале. Но тут такой туман, что от прически, я думаю, все равно ничего не осталось. Да! Вон, смотрите, какой туман. Офигеть. Ждем.
Ну чё? Мессы закончились, колокола звенят. Или начинается месса. Так. Я думаю, что закончились. Сейчас все ужинать пойдут. Слышите? На немецкой стороне, на нашей. Сейчас уже поезд приедет. Да, едет поезд. Сейчас, через минутку будет. В тумане. Вон, смотри. Пустой почти. Все празднуют. Это все равно, что в 12 часов ночи на Новый год. Где наши-то? Где наши-то? А где наши? Нет, а где они? Вон они. Я уж думала, вы не приехали. Я коляску запаркую. Как доехали? Я говорю, смотрю, нету, думаю, вы что, не на тот поезд сели? Это у меня было день рождения, шарики остались еще месяц назад. В общем, развлекайтесь тут. В общем, мы решили, что мы сначала... Это он обожает просто. Пирожное, картошка, собственного... Я ему с России раньше возила. Сама ваяла. А это квашеная капуста сама солила. Ну, в смысле, квасеная. В общем, мы решили, что мы сначала аперитивы посидим, выпьем. А потом... Ты курс сомелье закончил? Полчаса. А что ты свой не охлаждаешь? Ты не будешь шампанское? Ну, она так чокнулась и стакан. Нет, я сначала дай. Какая-то хрень будет, короче, в этом. Не надо показывать. Я вот так, нет, я сначала вот так вот. Что случилось? Я их понимаю, там, но есть какие-то там термины, да, которые не дают. Я не вижу, там же синонимы. Светка. Вот. Ну, Лёвочка, уйди оттуда. Тише, дочь, только потише дай-ка. Ничего. Давай, Луис! На одного. Сейчас кота собой! А за пересоси! Как хозяин этого дома, право первенства предоставляется тебе. Главное развлечение детям, да? Дети ждут Рождество только ради подарков. Вот. Главная часть вечера. Маяки подарить Маше. Маше подари, Маше и Артуру. Подари. А какой Артур? Большой, самый большой. На! Вот там Маша и Артур. Открывай вы! Маша и Артур. Я желаю, чтобы наш подарок вам... очень редко пригождался, чтобы вы пользовались им очень редко, но он должен быть дома для успокоения. Это для Луиса, для вас там вон подарки. Это Луиса подарок. Сейчас, вот такой. Давай, открывай. Вот это. Вот там, смотри, вот там зеленый. Ух ты!
Это красиво. Мама, это? Да, тебе. Это тебе. Это сердце огромное, это прям вообще я. Артур, я знаю, что вы пользовались очень редко, но для успокоения души он должен быть дома. Да, согласна. Спасибо. И чтобы да, гитара у тебя. Пару использований, когда болеет, сразу помогал. Спасибо. Это классно. Это, достань там вон, детям тоже подарки вот те вот большие. И Маше тоже там. Вон там 4, 3 коробки стоят. Да. Чё-то на кого? Атиле. Смотри, Атила тебе подарок. Доставай там еще. Это мне. Спасибо. Александра. Артур, вот твой лежит с ягодками, которые. Вот это же его из колонки. Это Луиски. Луиска, открой. Это Луиски? Вот там еще Луиски. Вот это вот. Это твоя. Да. 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 Это на тебе. Вот, смотри, вот, смотри, смотри. Прям такое. Да? Прикольно, такое же. Это просто есть. Мама, как ты все сама делала? Да. Мама, как ты все сама делала? Нет, это вот это не ясно. Вернулись, что пришли. Спасибо, мама. Это Фернель. Спасибо. Маша и Артуру принесли. Маша и Артур подарили. Вау, ковбой, да? Как на часах у меня, да? Так, давайте, откроем. Дать ножницы, Маша. Мама! А шляпу? Ковбой, смотри, он еще разговаривает еще. Он не фиксируется, наверное, да? Ну смотри, вот. На. Это Луис, Луис, это. Я тебя отдала. Сейчас. Тут не вытаскивается, что ли? Там должно как-то открываться же, Артур. Здесь надо? Сейчас открою, подожди. А это чей? Это Луис тоже.
сейчас совсем коробку раздраконил прям. А как же ракета? Как же он теперь полетит? Это Артур Тыл. Он так любит инструменты. Да, это просто коробка. Когда ты успела? В этом году дошло, да? Ну, я говорю, в этом году дошло. Это бобор, косметика бобор. Тут крем и сыворотка. Я маме. Хочу тебя снять. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
своего тела. Один из под винишко. Винишко, кстати, неплохое, как тебе? Mm-hmm. Это подаренное, да, тебе на работе? Ну, папа быстренько справился. Тебе надо было в строители дорог идти. Mm-hmm. На чистом.